Когда город засыпает, на работу выходят они. Автопоезда счищают снег с главных магистралей Самары. Всего на уборку в ночную смену привлекли 352 спецмашины и 177 самосвалов, которые вывозили снег. Для откачки талой воды с низких мест ночью задействовали 4 бойлера муниципального предприятия «Инженерные системы». Особое внимание уделили тротуарам и остановкам. Очищать и обрабатывать их противогололедными реагентами нужно своевременно. Вывозим в сутки порядка 10 тысяч тонн снега с улично-дорожной сети. Основная задача сегодня в ночь обработать все поверхности, это проезжую часть, тротуары, для того, чтобы предотвратить обледенение, чтобы завтра с утра комфортно себя чувствовали и водители, и пешеходы. Собранный снег оперативно вывезли на полигоны. Утром за дело уже взялись дворники. Убирать улицы службы благоустройства продолжили и днем. Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События.